когда нас изгоняют из Москвы. Мы едем в командировку, едем в Ярославль. У нас все получится, правда, Антон? Опять что ли ты видел? Привет. Начинается. Теперь вы в Москве. Наш райдер, как обычно, по традиции, входит. Нет, дай пожалуйста. Супер яичницу с утра. А что такая большая порция? На голодный желудок мы не работаем. Мы работаем за еду. Это наша предоплата, короче. Аванс. 50%. Дома еще половину принесем. Половину вечером накормим. Ты снимаешь? Да. Я бы снял. Цельный карман, маленький, хороший. Цельно. Не надо в камеру. Не смогу. Нормально пошли? Да, да. Давай. Продолжим. Маленькая VHS-кассета для маленького VHS-магнитофона готова. Но как мы ее отправим в будущее? Здесь в Android. Я не знаю, запарился. Ладно, не оправдывайся, просто заново.